Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Александр Мардынский и очередной обзор на новинки электроники на моем канале. Сегодня мы поговорим о обновлении для Mi 5 под названием Xiaomi Mi 5S и о отличительных чертах, отличительных плюсах, минусах данного аппарата. Они здесь имеются, конечно же, как обычно, в достатке. Не бывает идеальных смартфонов Xiaomi, но данный телефон почти подошел к этому с ответственностью. По поводу внешнего вида и размера. Аппарат стал немного шире, аппарат стал немного выше, но это не настолько критично. Все-таки это одно из самых эргономически удобных, эргономически приятных устройств на рынке. Я могу это со смелостью заявить, поскольку являюсь владельцем лопатофона Galaxy Note 7. И скажу, что данные телефоны, оба телефона очень приятно держать в руке. Что ж, отложим Mi 5 в стороночку и поговорим про Mi 5S. Дисплей у нас точно такой же, то есть это 5,15 дюймов, Full HD, но в данном дисплее у нас заявлена якобы фича с 3D тачем. Честно, абсолютно нигде никаких функций, то есть ты нажал, сфотал там, или ты просто прикоснулся, оно сразу же сфоталось. Абсолютно, вот серьезно, нигде, ни в браузере, ни в приложениях, ничего не задействует 3D Touch. По поводу сканера отпечатков пальцев, который я назвал якобы точно таким же, как у Apple iPhone 7, я ошибся. Это обыкновенный сканер, обыкновенная тач-панелька, точно такая же, как у OnePlus. То есть, она не реагирует, абсолютно не реагирует ни на силу нажатия, ни на какие-то там прочие фичи. Это просто панелька. Просто они убрали кнопку. Не знаю зачем, здесь, по-моему, кнопка была приятнее, и сканер отпечатков в ней точно такой же быстрый. К сканеру никаких нареканий нет, он реально быстрый. Он здесь покрыт стеклышком защитным, то есть, чтобы его поцарапать, это нужно будет умудриться. Снизу у нас располагаются две кнопочки с маленькой такой еле заметной подсветочкой. Очень приятная вещь на самом деле. У дисплея, конечно же, видите черные рамки. Черные рамки смотрятся так себе на аппарате светлого цвета. 4-мегапиксельная фронтальная камера, якобы ультрапиксельная. В принципе, делает неплохие селфи, неплохие снимки. Могу то же самое сказать про Mi 5. То есть, никаких здесь изменений серьезных я не заметил. Обе камеры как снимают видео, так и делают фоточки вполне себе неплохо. Сверху у нас располагается светодиодный индикатор уведомления и динамик разговорный. Плюс здесь же располагаются датчики приближенности и отдаленности. Сделано вот приятно, красиво. Напоминает, конечно, старые айподы. По поводу верхней части. В верхней части у нас убрали инфракрасный порт управления техникой. И микрофон шумоподавления перекочевал на заднюю крышку. Я не знаю, зачем они убрали инфракрасный порт, поскольку в другой смартфон Mi 5S Plus, который по сути является и обрезанным, и доработанным Mi 5S, они добавили инфракрасный. Здесь я не знаю, с чем это связано. Подключение 3,5-мм гарнитур, конечно же, в комплекте не поставляется. Задняя панель целиком выполнена из алюминия. Сделаны такие проставочки а-ля Meizu, а-ля Apple из пластика под антенны. Что приятно, они не сильно выделяются из корпуса, но выделение рукой все-таки чувствуется. Светодиодная вспышка двойной тональности и 12-мегапиксельный модуль камеры, из которого убрали оптический стабилизатор. То есть в Mi 5 у нас оптический стабилизатор, в Mi 5S электрический, то есть электронный стабилизатор. Честно скажу, что оптический лучше для фото, на видео получается какое-то желе, но здесь вот электронный стабилизатор в видео меня удивил. Качество, конечно, ухудшается, то есть качество реально становится заметно хуже при предпросмотре на компьютере. На телефоне, конечно, все выглядит идеально. На компьютере все выглядит так себе. Тестирование основной видеокамеры на Xiaomi Mi 5S. Вижу сразу, что в работу включается электронный стабилизатор. И изображение вроде бы как плывет. Не знаю, видим конечный результат. Наличие автофокуса. Автофокус есть. Помедленнее, чем на фото. Но, тем не менее, присутствует. Решать, конечно же, только вам. Автофокус быстрый. Ну и для стабилизации у нас есть супер лестница.
но вы знаете, вроде бы с виду все неплохо, но изображение иногда рвется. Ну реально картинку плавную делает. То есть даже если я буду дергать телефон, картинка стоит на месте. Тестирование фронтальной видеокамеры на Xiaomi Mi 5S. Вроде бы на дисплейчике все отображается более чем достойно. Тестирование снова камеры. Мы находимся на презентации Hugo Boss. И мы как-то здесь неуместно вообще снимаем иностранных моделей. По поводу фото, ну, скажу, что фотовозможности камеры меня порадовали. То есть фокусировка нереально быстрая, фокусировка почти уровня OnePlus, почти уровня Meizu, но чуть-чуть не дотягивается. Иногда бывает задумывается, иногда бывает ошибается. На аппаратах Meizu и OnePlus такого я не наблюдал. Нижняя часть. Нижняя часть у нас содержит динамик и микрофон. Оба они якобы симметричного дизайна, никакого стереозвука здесь, конечно же, вы не услышите. Дырки большие, забиваются пылью. Дырки большие, забиваются пылью. По поводу дырок, они здесь больше, чем у Mi 5, хотя Mi 5 у меня пылью умудрялся забиваться. Здесь еще хуже ситуация. USB Type-C. USB Type-C версии не 3.0, но все равно хоть какой-нибудь до Type-C это хорошо. Форма у нас скругленная, по типу лодочки, вот реально в руке лежит очень классно, как будто бы так и создано. Конечно же, мы можем здесь поменять у нас обои, присутствует такая вот Xiaomi-шная утилитка, которая выбирает там обои недели и обои месяца, которые можно поставить, например, вот девочка у нас будет здесь стоять. Разблокируем. По поводу экрана. С Mi 5 я отходил приблизительно больше месяца, и скажу, что у Mi 5, то есть давайте вот разблокируем. У Mi 5, если присмотреться, то на иконках, на шрифтах видна сетка пиксельная. Я не знаю, с чем это связано. Full HD 5.15, сначала этого не замечаешь, но потом эта сетка на некоторых элементах очень сильно бросается в глаза. То есть она искажает иконки, она искажает детализации. Здесь все немножечко лучше, но матрица с экраном те же самые, поэтому пиксельная сетка здесь точно такая же. Казалось бы, что вроде бы Full HD, вроде бы такая диагональ, но все равно иногда можно разглядеть вот эту вот пиксельную сетку, как сейчас видите, она преломляется. В остальном же дисплей отличный, дисплей работает хорошо, мне очень понравилось. Он нормальный, мультитач в нем хороший, то есть запас яркости более чем достаточный, на солнце пользоваться в принципе приятно. Единственное, что я так и не понял, иногда бывают ложные срабатывания. То есть вот ты держишь аппарат, допустим, вот так вот, что на Mi 5, что на Mi 5S. Ты держишь аппарат вот так вот, казалось бы, ничего не нажимаясь, но я не знаю, что они сделали с экранами, иногда вот здесь вот происходит нажатие. То есть ты, допустим, не можешь пролистать или что-нибудь в такой опере. Бывает не часто, но бывает, обратите на это внимание. Что ж, едем дальше. MIUI 8, Android 6.0.1, конечно же, ничего в принципе здесь нового нет. Заявлены две версии аппарата, то есть это 3 гигабайта оперативки, 64 гигабайта накопитель и 128 гигабайт накопитель, 4 гигабайта оперативки. Расширение, конечно же, не предусмотрено, возможность установки только двух нано-сим-карточек. И по начинке здесь стоит у нас Qualcomm Snapdragon 821, который должен быть, по идее, чуть-чуть быстрее 820, но на деле оказывается, что в Mi 5 и в Mi 5S абсолютно одинаковые процессора стоят. То есть здесь 821 без разгона, а здесь 820 с такими же частотами. Вот и думай, что есть ли смысл вообще менять аппарат. Я думаю, что абсолютно никакого нет. По поводу GPS. GPS работает все так же отвратительно, как и на остальных смартфонах. К этому у меня всегда были претензии у смартфонов Xiaomi. Не знаю почему, вот не могут они доработать. Казалось бы, здесь полный набор датчиков, GLONASS, GPS, Beidou, но все-таки на новом смартфоне GPS работает чуть-чуть лучше, чем на Mi 5. У Mi 5 просто совершенно кошмар, разве что по Wi-Fi и по сим-карте навигироваться. Поглядим, что выдаст нам смартфон в плане циферок и поглядим, что он нам вообще скажет. По поводу нагрева скажу, что смартфон в принципе сильно не греется, то есть смартфон не сильно кочегарит, но нагревается весь корпус. Получается, что все устройство становится теплым. И получаем вот такие вот замечательные цифры, 2315 и 5295. В принципе, вот эта вот производительность, она уже совершенно избыточная. Давайте поглядим, что скажет нам Antutu. По поводу батареек.
Что на этом смартфоне батарейки ведут себя совершенно по-странному. Прошивка стоит официальная, прошивка стоит последняя. И бывает такое, что смартфона хватает на 2 дня, а бывает такое, что смартфон лежит и просто выжирает батарейку. С чем это связано, абсолютно не могу догадаться. Здесь Google сервисов нет, здесь Google сервисы есть. Так что грешить на что-то из этого абсолютно нет смысла. И давайте проедемся еще раз по характеристикам. Значит, 6.01 64 бита, 4 ядра, Adreno 530, Full HD, 12 мегапикселей, 3 гигабайта оперативы, из которых практически вся забита. Выгружать MIUI – это абсолютно бесполезное занятие, поскольку MIUI всегда сжирает всю доступную оперативу. 4 ядра до 250 МГц, OpenGLASS 3.2 и частота видеоускорителя 624 МГц. То есть он якобы разогнан. Не знаю, зачем смысл его разгонять, если здесь не 2К экран, если здесь не 4К начинка, но тем не менее. Аппарат может, кстати, 4К видео снимать наконец-то. Плотность пикселей 480 dpi, в принципе, если к глазам не подносить, таковой она окажется. Если подносите к глазам, сразу видно пиксельную сетку. Есть NFC, наконец-таки, есть NFC, в Mi 5 тоже есть NFC, это очень меня порадовало. В смартфонах Xiaomi NFC начали внедрять, наконец-то, по-нормальному. И он работает хорошо, без каких-либо глюков, сопрягается с видеокамерами, например, или передает фотографии на другие телефоны. Присутствуют модульные датчики, то есть модульные датчики от Bosch. Это вам не MTK-евские. То есть здесь полностью, ну вообще нормальная такая начинка. Датчик шагов, датчик давления, барометры, акселерометры, гироскопы, полный фарш. Компас в смартфоне также присутствует. Ну и давайте запустим AnTuTu, посмотрим, как она справится с 3D-тестом и послушаем звучок. То есть вот это максимальная громкость. Звук, как и корпус устройства, по сути металлический. То есть он не настолько громкий, насколько мог бы быть, он не настолько глубокий и приятный, насколько мог бы быть, но тем не менее кровь из ушей уж точно не течет. На средней громкости смартфон вот тихий, еле слышный. По поводу производительности, как вы видите, что здесь у нас все в полном порядке. Snapdragon с Adreno в плане 3D-тестов, в плане 3D-графики вытаскивают практически все. Даже с этим тестом смартфон справляется вполне себе неплохо. Конечно же, смартфоны Xiaomi всегда славились тем, что выдают запредельные циферки для тех, кто фапает на бенчмарке. И это устройство не стало, конечно же, исключением. 119 571 попугайчик в рейтинге AnTuTu и вот такие вот показатели по всем остальным комплектующим. Что ж, могу сказать, что здесь они поработали реально вот с энергопотреблением, с прогревом устройством, с прожаркой. Поскольку вот, например, я уже пользуюсь Mi 5 достаточно-таки давно, сквозь стекло он греется, рама у него греется. Он иногда до такой степени кочегарит, что в кармане я про него вспоминаю. Здесь вот реально поработали над всем этим. Смартфон грамотно вот распределяет, он становится весь теплый, но у него нет областей, которые кочегарят. Но эта область чуть теплее, чем вот эта. Но смартфон не печка. Реально, вот первый раз мне наконец-то захотелось сказать, что Snapdragon не печка. И здесь все прекрасно. То есть смартфончик у вас тепленький. Смотрите, какая девочка. Она даже счастлива в плане того, что смартфон тепленький. По поводу экранчика. По поводу экранчика можете наблюдать, что это, конечно же, IPS-ка. И выцветает она только под определенным углом. То есть добиться этого достаточно-таки трудно. В остальном она немного затеняется. В плане этого к смартфону у меня никаких претензий нет, потому что я не привык смотреть на него с угла или откуда-то там. Я смотрю всегда на смартфон прямо, как любой здравомыслящий человек. Что ж, по поводу мусора Xiaomi-шного, его здесь не так много, все это, конечно же, можно удалить. И давайте перейдем к 3D-марку. 3D-марк уже покажет нам наиболее правдоподобную производительность в 3D-играх, и я более чем уверен, что здесь она окажется достойной. Смотрите, тест запускается быстро. Все остальное пролистывается быстро, и как бы вот мы уже готовы, да? Давайте сейчас вот так вот сделаем.
То есть, в принципе, только успевай ложить. Ну и, собственно говоря, по фреймрейту ничего удивительного. То есть, это фактически 50-60 кадров в секунду стабильные. Ну и вот сейчас я беру смартфон в руку, он абсолютно практически комнатной температуры. Вот это меня наконец-то радует. С Mi 5 такая фигня не прокатила бы, Mi 5 греется. Ну и в завершение 3D Mark выдает нам, конечно же, тоже впечатляющие результаты. 21531 попугайчик. И смартфон абсолютно теплый. Удивительно, поразительно. Меня прям вот эта вот ситуация вся радует. Кэш уже, кстати, на него скачивался. Я не знаю, в чем косяк. Захотел еще раз перезагрузить или на обзоре опозориться захотел данный смарт. Ну, значит, докачался. Real Racing, и смотрите, какой прикол. То есть прикол просто какой-то вот совершенно адский. И с дисплеем еще иногда вот такое вот случается. Смотрите. Real Racing. Так, это выключить. Real Racing. Видите? Теперь слушайте внимательно. Что такое? Вот вы говорите, типа, Саня, Xiaomi хейтит и так далее. Я только что скачал игру, я только что ее обновил, она сама подкачала все файлы, которые ей нужны. А какого хрена она не работает? Слышите, да? Я, конечно, понимаю, там драйвера не оптимизированные, прошивка не оптимизированная. Но, блин, такой зашквар под конец. Это вообще что? Это как назвать? И еще смотрите. То есть зачем нужны здесь такие огромные толстые рамки, вы думаете? Присмотритесь туда. Сейчас я вам покажу все зачем. Под вот этими вот черными толстыми рамками находятся светодиодные подсвечивающие части экрана. И реально их видно. То есть вот видите, вот этот вот засвет. Извините меня, за смартфон просят такие деньги, и вот такие вот косяки под конец обзора кончаются. В общем, ладно, будем завершать. Вот так, в общем-то, смартфон мне понравился. Пару дней я его потестировал, пару дней я им повладел, вот он прям меня всем устраивал. Он не греется, у него супер быстрый фокус камеры, он может записывать 4К, у него хорошая электронная стабилизация, у него, в принципе, вот неплохой сочный экран, то есть экран у него реально просто вот ну, запредельнейший по сравнению с остальными экранчиками. То есть, вот прям яркость вот прям у этого глазища выбивает. Ну, вот я не знаю. Сканер отпечатков интересно реализованный. Быстрая система, то есть никаких подлагиваний, никаких завесонов, вылетов я вообще не поймал. То есть это один из первых Xiaomi-шек, который вот реально вот ни одного косяка по прошивке я не поймал. Хорошая автономность, то есть день-два спокойно за милую душу батарейку тянет. В принципе, неплохой звук. Отличная эргономика, в руке лежит просто вот фантастически. Ты берешь его и не хочется тебе его выпускать. И, ну вот. Ну вот это что? Извините меня. Где? Что? Вообще абсолютно не понимаю. 3D-тесты вроде бы проходят, все прекрасно. Так что вот такое вот смешанное впечатление останется. То есть смартфон был для меня, казалось бы, идеальным. Был для меня лучше, чем Mi 5, и был для меня надеждой, что все будет прекрасно. Кстати, по поводу металла, вот этот металл все-таки поприятнее будет, чем на Mi 5S Plus. И на Mi 5 у меня уже стекло поцарапалось совершенно случайно, хотя я месяц владел до этого. Здесь вот, я думаю, в плане царапин и прочего будет получше, но все-таки лучше прикупить чехол. Оптика здесь более светосильная, это реально бросается в глаза, то есть в группе ВКонтакте я снимки выложил, исходники, и ну вот как бы вот этот телефон много шумов дает, вот здесь более-менее лучше все.
Что ж, спасибо огромное Сане, моему хорошему другу, знакомому Сане с канала Yo China. Ссылки оставлю в описании. Если вы хотите такой смартфон закупить для своих интернет-магазинов или офлайн-магазинов, обязательно обращайтесь к нему напрямую. В целом, я ставлю смартфону, ну, вот реально, не кривя душой, я поставлю ему 5 с минусом. Просто потому, что он мне понравился. Он реально вот прям вот бескомпромиссный смартфон, но вот этот вот последний косяк с тем, что GPS, во-первых, коряво работает, и игры вот эти вот, то есть она сама выкачалась. Она сама выкачала все файлы, которые ей нужны для запуска, и вот выдает мне черный экран, но слышно, что там происходит движение, там катается машинка, играет музыка. Ну и рамки. То есть рамки вот на дисплее ужасные, конечно. И... Ну, не такие ужасные, конечно, это терпимо все, но выглядит это так себе, согласитесь. Белый корпус, черные рамки и прослойка вот между вот этим всем. И зачем здесь 3D-тач, 3D-дисплей, может быть, мне кто-нибудь объяснит. Я вот так и не нашел, где хотя бы эта функция работает. В общем, реально, народ, реально, смартфону 5 с минусом. Смартфон хороший, смартфон годный, оставлю все ссылочки в описании. Ну, вот эти вот косяки, они меня, конечно, подубили. Обзор на Mi 5 скоро будет. Идеальный ли это смартфон? Я не знаю. Смотрите, здесь даже логотипа нету, а здесь он есть. Мне, в принципе, оба смартфона понравились. Вот серьезно, прям вот. Ну, без вранья, без всякого кривления душой. Прям вот хочется пользоваться. Надеюсь, допилят прошивками, хотя это Xiaomi. Они скорее выпустят новые 3-4 смартфона, чем допилят вам прошивку. Ну или ждать кастомов, хотя кастомы вряд ли тоже что-то принесут. В общем, ставьте лайки обязательно, пишите комментарии, пишите ваше мнение по поводу произошедшего. И все ссылки я оставлю в описании. Если надо, пишите Сане. Если надо, то на интернет-магазины проверенные ссылки тоже все будет в описании. Не забываем вступать в группу ВКонтакте, ставить лайчики, дизлайчики, если не понравилось, писать комментарии. Инстаграм, второй канал и Твич и все остальное. Всем удачи, всем пока. Есть вопросы, задавайте.